Приветствую вас, ребята, на канале Ролик Гейм Онлайн, с вами Росси, и мы начинаем проходить вторую кампанию в игре Генералы за МАО, или же Национальную Армию Освобождения, или Международная Освободительная Армия, смотря какой перевод, конечно же, у вас. Мы прошли за Китай, теперь нас ожидает кампания МАО. Давайте, чтобы вам было, наверное, интереснее, попробуем ее пройти все-таки на сложной, чтобы потом не было вопросов, или вы не говорили, на среднем неинтересно. Давай мы лучше посмотрим, как бы ты проходил это на сложном. В общем, вот так мы агрессивненько ворвались в начало этой миссии. Ну ничего, сейчас мы с ними разберемся. И используем машинки. Так, наше задание уничтожить дамбу. Здесь, конечно, по сравнению с Китаем у нас все очень печальненько. У нас с помощью рабов происходит строительство нашей базы. Что тут можно? Ну, понятно, возьмем, чтобы с одной лычкой были. Машинка есть, это у нас. Давайте сразу заберем их всех сюда. Изучим захват зданий, мало ли что-то можно будет захватить. Тоже это. Возьмем немножко ракетчиков. Все, захват здания улучшили. Иди на добычу. Кстати, о тоннелях. Земля должна устоять.
Берем, что хотим. Да быстро мы разобрались. Я чувствую близкую опасность. Направляемся в бой. Ну все, в принципе, все тут у нас готовы. Тут еще два ракетчика у нас. Я думаю, нам этой армии хватит с головой. Нельзя, иди. Потому что мы воюем за свободу. Тогда мы воевали против террористов, а сейчас мы воюем за свободу, против пропаганды и всего остального. Типа выпадали солдатики как оловянные. Поехали. Возьмем вот так. Возьмем себе обвесов. А, блин, у нас только одна эта машинка осталась. Еще на ней обвес повешен. Смотрите, как что эта машинка делает. Расти мордасти. Давай-давай, садись. Но наши танки явно, конечно, проигрывают мастерам боя, но... Захватим ресурсную базу для того, чтобы увеличить количество добываемых ресурсов. Все-таки машинка будет возить побольше, чем рабы. Мало энергии, ничего страшного. Три машинки, тут же нормально там, да? Да, тут хватит там ресурсов. В принципе, мы уже можем закончить эту миссию, но еще немножко поиграться. Есть уже ребята. Хотя там, в принципе, пехоту туда можно просто машинки послать и все. Так будет быстрее. Туда куда-то езжайте. Вы сюда. Смотрите, какая неуязвимая вышка. Вот, а поярче. Куда мы сейчас танк пошлем? Давайте строить. Это я понимаю подход.
Потому что Китай, он щедрый, даже когда и за нас. Так, тут еще у нас одна есть. Ты все. Здание закончено. Будем жить в роскоши. Это да. Чего хочешь? Тебя подождем. Мы захватили здание. Храбрость. Быстрый порядок установится. Храбрость с избытком. Погнали. А, подождите, там же еще вот что. Так. Тут же ж деревня под гнетом пропаганды. Сейчас мы принесем туда свободу. Мы движемся. Да, я знаю. Заряжено. Все, выходите. Такие солдаты, такие охранники, что они даже не этот не охраняли. Поехали. О, смотрите, сколько солдат нам еще пришло. Опа. Денюшки. Так, у нас больше нету, да, этих машинок. А жаль. Кстати, а бетер можно? Нельзя бетер. Жаль, 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 жаль. Деньги. А чем мне нравится вот эта хрень у глаз, что они такие быстрые, резкие, как пуля просто. Я этих далеко отвел. Надо солдат будет забрать здесь. Чуть не взрывали нашу машинку. Так, садимся. Сколько осталось там у нас людей? 4 человека. Ну, эти 4 человека в сделку не входили. Сейчас мы им устроим. Как мы резко ворвались и уничтожили. Ну, видите, был какой-то скрытый этот, я его даже не нашел. Ну ладно, это была первая миссия, она была очень легкая и быстрая. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал и, конечно, заходите на Patreon. И всем пока-пока, до скорых встреч.